Друзья, я хочу для вас разыграть нагрузку 12 тысяч FIFA Points в течение 2 дней. С вас обязательно подписка на мой канал, поставить здесь огромнейший лайк, написать абсолютно любой комментарий, а лучше всего ссылочку на свою соцсеть. Все условия будут проверяться. Результат у меня на страничке в Инстаграме. Привет, друзья, с вами Влад Кабус. У нас новая стадия стартовала — Лига Европы. Готовьтесь к следующему этапу Лига Европы. Итак, элитный немецкий игрок. Ничего себе, с рейтингом 80 плюс за 1000 поинтов, но это многовато, как по мне. Невыгодно. Тоже у нас тут поменялось. Ну, в общем, вот такие вот игроки. Я даже не знаю, что вам сказать, но неплохо вроде как. Смотрим дальше. Интересно, что же еще будут у нас наборы. И самое главное, что у нас вышло, это команда недели. Иммобиле, Верати, Вела. Блин, офигеннейшие игроки. Ладно, давайте потратим 1 250 000 монет. Сразу же их будем продавать, как только откроем вот эти вот наборы. Так, открываем набор. Нужно хотя бы одного элитного игрока словить, и будет идеально. Ребята, делайте по моей схеме, и у вас будет все в ажуре. Так, Данк. Рейтинг 77. И что же еще у нас будет? Сане, Родриес. Пожалуйста, давайте хотя бы одного элитного игрока. Я буду очень благодарен. Есть Спорс, ну же. Полоис, блин. И последний набор. И Данк. Да что ж такое? Да не хочу этот набор. Блин, отстаньте, есть Спорс. Ну что за фигня? Открываем по-быстрому набор. И сейчас будем продавать срочно тех игроков, которые у нас здесь находятся. Это будет самая жесткая тема. И на этом вы сумеете постоянно зарабатывать. Милнер выпадает 80 рейтинг. Офигеть. Открываем дальше, давайте. Сейчас максималочку постараемся сделать для того, чтобы был самый толк от этого всего. Ну хоть... У, снова! Офигеть, сап! Что это такое? Открываем, давайте. Два элитных игрока нам уже выпало, офигеть. Херман, кстати. Прям как Герман Эль Классико. Данк. Давайте, срочно. Набор команды недели. Лоис и. Есть ли у нас жетончик? Нету жетона, к сожалению. Мы переходим сейчас очень быстро в магазин. То есть на рынок переходим очень быстро. Давайте, сейчас продаем их. Так, давайте 4 миллиона монет сделаем. 4 миллиона монет, срочно 4 миллиона монет. 3500. Это самый жесткий лайфхак, которым вы должны пользоваться, ребята. Обязательно. Что-то он не перетягивается. Делаем 2500. Я так, 2 миллиона 500. И 2750. Самый жесткий фарм монет должен у нас быть. Миллион, нифига себе. Давайте зем 750. Или давайте... Ладно, давайте 800 тысяч монет. 500 тысяч. Очень быстро нужно его продавать. Главное, чтобы они ушли с рынка. Это будет самый жесткий вариант, который у нас есть. Итак, автоцена ставим снова. 729. Давайте зем, например, 450. И тут 250 или 220. Давайте вот так. Блин, забыл убрать. 400 тысяч. И тут делаем 200 тысяч. Ребята, реально, это самый топовый способ, на котором вы сумеете заработать. Как только выходит команда недели, вы сразу же открываете эти наборы и после этого кайфуете. Итак, автоцена. 913 тысяч, нифига себе. Делаем 450. И, например, 499. Вот так вот. Сколько ты стоишь? Блин, 884 тысячи. Давайте 390 сделаем. И 250. Дефо сколько же стоит? 549. Короче, делаем 150 и 300 тысяч монет. Ребята, главное, ну, чтобы вы выставляли более-менее такие адекватные цены. А то бывает, знаете, можете зажраться и упереться, типа, и все, типа, ну, стоит 550 на по автоцене, и больше мы не хотим, типа, уступать. Нет, ребята, иногда нужно уступать. 301 стоит. Давайте где-то сделаем, ну, например, 150 и 150, или 168, где-то так сделаем. Опа, что-то не так выставляю. Надо очень быстро это все продавать, потому что можно лохануться и можно не успеть. Как только выходит, сразу в 10 часов сразу же открывайте наборы и перепродаем игроков. Вот так вот давайте выставляем вот этих игроков, которых мы получили.
И сейчас будем самое главное ждать. Блин, реально халява. Ребята, пользуйтесь моим способом, и вы всегда будете в огромном плюсе. Можно пару миллионов поднять на изи просто. Это самый жесткий баг, который есть. А ну-ка давайте автоцена посмотрим, сколько он стоит. 49. Давайте, например, сделаем, ну, 10 и 20. Чтобы 100% ушел. Или 22 тысячи монет. Окей. И вот так вот. Давайте посмотрим, кто у нас уже ушел. Итак, мои лоты. Посмотрим список. Но пока что вот только эти игроки ушли. Ну ничего, в скором времени уйдут абсолютно все. Я сумею поднять на этом аккаунте супер дофига монет. Интересно, сколько времени мне потребуется для того, чтобы все ушли с рынка. Именно для вас парочку наборов Лиги Европы. Так, 2500 самоцветов мы потратим. Набор Лиги Европы. И что же мне сейчас выпадет? Жетоны Европы. И рейтинг 73, Бондаренко. Кто у нас, кстати, ушел пока что на рынке? 4 игрока. Оп-оп-оп. Собрали монетки. И ждем, когда остальные продаются у нас игроки. Действуйте по моему способу, но нужно это делать очень быстро. Можно не успеть. Если не успели, то уже все, лоханулись. А если лоханулись, то уже все. Тупо эпик фейл будет. Так, 10 жетончиков мы потратим. Набор Европы. И что же мне выпадет? Нет, вообще ни о чем, блин. Ненавижу, когда усиление навыка выпадает. Ну ладно, что есть, то есть. Переходим на другой аккаунт, где у нас есть самоцветы. Сейчас будем открывать наборы. Ой, блин, хочу, чтобы фартануло мне, пожалуйста. Здесь толковые игроки находятся, элитные даже есть. Пожалуйста, ну же, ну же, ну же, есть спортс. Дайте шанс получить лучшего игрока. Блин, рейтинг 72, но зато жетоны Европы. Жетоны Европы как раз очень сильно нужны мне для того, чтобы, ну, хотя бы словить Луиса Суареза. Бондаренко снова выпадает. И последний набор мы сейчас вместе с вами откроем. Кто же мне выпадет? Лига Европы, пожалуйста, закрывай глаза. Удача, плиз, надеюсь, ты будешь сейчас. Но нет, нет, рейтинг 71, Игорь выпадает. И остается 1395 самоцветов, даже не знаю, как это маловато. Жалко, тут не даются нам жетончики, если бы жетоны давались, тогда было бы вообще идеально. Блин, рискнуть, не рискнуть, даже не знаю, стоит, не стоит. Ладно, давайте рискнем. 30 гривен потратим, а вдруг получится у меня сейчас и словлю какого-то топового игрока. Ну, не какого-то там игрока с рейтингом 87 или 88, точно не помню. Так, обработка идет, платеж выполнен. Денежку мы потратили, есть спорт, отдали. И сейчас будем получать лучшего игрока. Давай, давай, давай. Не, ничего не выпадет, интересно. Вилок. Ну, тоже неплохо, 79 рейтинг, сап. Пожалуйста, удача, будь на моей стороне, я умоляю, прошу, прошу. Блин, ну только тренировочный опыт и все. Ай-яй-яй-яй-яй, ПВ с рейтингом 88 мог нам выпасть, но не выпал. Прошел я все испытания, теперь у меня 41 жетончик, я могу попытаться словить одного из этих игроков. Хотелось бы, конечно, чтобы мне сейчас и вправду фартануло, потому что, ну, давно мне не выпадали топовые игроки. Если вдруг сейчас Луис Суарес выпадет, то все, это лакер года прям будет. Либо Хакими. Любой из этих игроков, пожалуйста. Я умоляю, но нет. Нет, усиление навыков, ну почему вот это выпадает? Просто мечта о том, чтобы получить Луиса Суареса. Я не знаю, это супер такая жесткая мечта. Мне Анхель Ди Мария не выпадал, ничего такого интересного мне не выпадало. Суарес, ну рейтинг 84 это уже неплохо. Спасибо большое хотя бы за это. Рейтинг 84 выпадает. Но все же у меня есть мечта, чтобы мне выпал игрок с рейтингом 89. Пожалуйста, Луис Суарес, ну сверши чудо. Я сейчас закрою глаза и умоляю. Все хочу, чтобы Луис Суарес выпал. Пожалуйста. Снова рейтинг 84. Блин, ну напоследок уже, ну напоследок. Последние 11 жетончиков остаются у нас. И все, сейчас все будет решаться. Блин. Уныло когда так, знаете. Сейчас будут все скидывать свои скриншоты, типа им Луис Суарес выпал, Хакими выпал. А мне, ну, как всегда, что-то, ну, так себе, 50 на 50. Ладно, ребята, что поделать. Я надеюсь на то, что вам понравился этот ролик. Вы не забудьте подписаться на мой канал, влепить здесь кучу лайков, написать какие-то приятные комментарии вот там вот внизу. А с вами был, как всегда, ваш Влад Капуста. Всем вам до скорых встреч. Всем пока!